Привет, Shimmer Friends! Вы на канале Shimmer Sparkle You. И сегодня у нас есть, ну, часть 2 Little Sisters Unboxing I Spy Series. Но будьте внимательны, мой единорог где-то будет прятаться. Следите за видео. Такой прикольный. Давай уже открывай. Что это? Dress plus a fit. Dress fan. Платье и фен. Вентилятор. Fashion fan. Открывай дальше. Да, у меня получилось. Молодец, Диди. Спасибо. Кейк-бар. Так прикольно. Розовый, классно. Так что это говорит? Create. Art is art. Art is life. Классно. Это жарится. Карты. Вот какая. Давай посмотрим, кто это. Кто это будет? Я не знаю. Ах, кто это будет? Кто это будет? Я хотела уже увидеть. Это что, лосы? Потому что она очень маленькая. Кажется, это может быть лосы. А ну-ка, дай посмотреть. Это золотой каблук. Что? Вот, еще один. Какая красота! Какая красота! Золотые каблуки с сиреневым. Какой красивый! Давай дальше. Что это может быть? Это keychain. Пары и знать. Да, и догадываться, кто там. Вау! Это кольцо. По-моему, есть такая большая сестра. А ну-ка давай. А кто это может быть? И это... милашечка! Золотые плавочки! Какая красавица! Девчонки! А ну-ка давайте ледяную воду! Так, смотрим. Как ее зовут? The Little Great Baby. А сколько еще неизвестных здесь, да? Может быть, LOL когда-нибудь сделает нам больше мальчиков? Это, возможно, мальчик будет тут. Классно! Опускаем ледяную воду. Ну что, девчонки, смотрим. Меняет цвет или нет? Меняет. Она меняет, смотрите, ручки становятся красные. Это вообще нереально, как она поменяла цвет. Только вода должна быть реально ледяная, потому что если не очень холодная вода, то она не поменяет цвет. Какая классная, золотые такие у нее плавочки. Мне нравится. Ну давай оденем ее. Это, наверное, они на нее большие. Же. Это подарок для ее большой сестры. Сестры. И Диди. Они большие. Но я хочу все равно их носить. Это для твоей старшей сестры. Можешь померить, а носить ты их все равно не будешь. Open the next ball. Кто это будет там? О, не получилось. Еще одна сестричка, еще одна подружка. Еще один. Ну, смотрим. Popsicle plus... Леденец на палочке и сердце. Это sweetheart. Sweetheart! Это должна быть какая-то милашечка. Sweetheart, это означает такая хорошенькая, любимая милашечка. Кто это будет, я не знаю. Идется. Еще один розовый. Шар. А ну-ка давай. Прикольный. Я люблю розовый. Кто-то будет.
Ага. Не важно. Колечко для шарика. Ой, оно желтое. Ой-ой-ой. А что это? Санглаши. Желтые. Желтые очки в виде сердца. Какие красивые. Обалденские. Что это будет? Я хочу увидеть. Кто это? Что это? Там, наверное, сумочка. Какая красивая. Девчонки, это обалденская сумка с бананами. Будет, что это будет? Release the baby! Давай, baby, выходи. Милашечка. Она такая классная. She's a color changer. Горошки на ножках и на спинке и на трусиках. А ну поверни ее передом. Ау, какая классная! Прикольная. Вот она была у нас на бумажке. Она попалась, девочка, как с обертки. Это повезло. Они такие классные вместе. И сумочка в горошек подходит ей под ее колготки. Куколка у нас получается супергерой. Ее надо держать реально в ледяной воде, чтобы она поменяла цвет. Такие классные. Какие красивые. Pop-Heart. Да, Little Pop-Heart. Ее имя Эна с клуба Art Club. Какая милая. Сейчас я буду открывать. Так, первое мы будем выбирать вот эту. Ура. Так, следующий layer, our secret clue. Оно говорит. Sour puss. Boy layer. Розовый шарик. Я надеюсь, это не будет дубликат. Нет, дубликата не будет. У нас же здесь сказано, что это другая совсем куколка. Вот так. Ура! Открыто. Что тут, а? Девчонки. Посмотри, где на эти маленькие очки. Это такой, как будто бы ретро-клуб. Hey. Вот это keychain. Это сумочка. И оно, кажется, будет говорить Little Boogie Babe. Какая сумочка. Пири-пири-пири. В стиле Шанель. Выходит на подиум. Там-дара-дам-дам-дам. Посмотрите на нее. Она color changing. Меняет цвет. Вот. У нее носочки появляются красные. Потом такая татуировка, звездочки. Давай ты купаться. Класс, носочки. Такой рукавчик у нее один. У нас уже попалась эта красавица. Вот она. Что она говорит? Create. Она говорит, life is art, art is life. Так, дальше что? I don't bite, usually. Boo. Вот она. Ее зовут? Little Boogie Babe. А я думала, что это... Еще похожая Wood Baby. Она так похожа с ней. Да, реально похожа. Прикольно. Откроем за... Как это? Серьезно. A fashion fan. A fashion fan. Это будет дубликат. Затем... серьезно? Неужели? Так. Легче. Давайте откроем это первое. Вау! Шляпа! Какая красивая! Но это не моя сумочка. Очки?
точно красотка. Ну, конечно. Так, а это что? А, это keychain. И последняя, это младшая сестра, и она... О, нет, она уже начала color change. О, это миленькая, это та другая. Попалась нам сразу. Так, так, где она color change? Я ее не вижу, не тика. А, наверное, это... У нее становятся такие носочки коричневые. Ложим куколку в ледяную воду. Вау, так быстро поменяла цвет. Вау, у нее плавочки такие, как леопардовые стали. Вау, ничего себе. Колготки, волосы оранжевые. Не так похожи, как будто они даже, может быть, и с сестрами люди. Класс. Очень мило. Спасибо, что вы смотрели это видео. Ставьте большие лайки. А в этом видео он прятался мой единорог. Напишите в комментарии, если вы его видели. Пока!